Письмо номер один. Девочки, кто написал нам первое письмо? Принцесса Субдоминанта. Вика, можешь показать, где ее клавиша? Вот сюда повернись, да? На какой нотке? На какой нотке? Фа. Да, а как мы ее будем находить, Лера? Слева от трех клавиш. От трех каких? Черных. Да, что случилось у принцессы? Она потеряла портфель. Угу, и что дальше было? Она потом пошла прибраться в своей комнате. Ага, Вика, и что дальше? Она хотела помыть полы, но котик сказал, что он будет делать глиссанду. Да, покажите обе, как это, что такое глиссанда. Да, что это такое? Это на итальянском скользить. Хорошо.